Здравствуйте! Здравствуйте! Хотели бы вы попасть в телевизор? Ой, это так неожиданно. Конечно, хочу. А что я для этого должна сделать? Да совсем ерунду! Вы должны поиграть с нашим прибором! С каким это прибором, интересно? Да вот с этим! Володь, заводи! А давайте мы к вам его прислоним! А давайте не будем! Ну почему же? Он же такой красивый, и он хочет мням-ням. Я не знаю. А верите ли вы в то, что эта штука поможет вам избавиться от всех ваших проблем? Нет, не верю. А давайте мы дадим вам ее на неделю и посмотрим, что из этого получится. Давайте. Нате! Не Натя, а возьмите. Не груби, сучка, а то вгрызла. Вы шутите? Да нет, мы не шутим. Ты думаешь, мы из телевизора? Мы бы тогда правильно говорили. Но мы не из телевизора. Мы из тюрьмы. Это программа «Скрытая камера»? Да нет, это программа «Открытая камера» с особо опасными преступниками и живодерами. Сейчас мы будем тебя убивать. Ребята, это так весело. А без башки будет еще веселей. Обхохочешься. Дима, ты где? Почему не поешь свою песню? Jesus Christ, what are you doing? Или кипячение? Кипячение или мгновенная смерть? Вы спросите, кого мы будем сегодня кипятить? А вот ее мы будем кипятить вот этим кипятильником. Засунем ей куда-нибудь его поудобнее. А она уже смеется от счастья. Уже хихикает. Ну-ка, захихикай. Захихикай! О, ты правильно хихикаешь? Чуешь, так? Чуешь? Кто там? Открывай, сука, это акция «Дайте ли отрубание головы». Милиция куплена! Ну что, каким порошком ты пользуешься? Я не помню, он в ванной! Пошли в ванну! Нет, а мама моется! Мать твоя, а мы ее сейчас прокипятим, мать твоя! Я говорю, что не это вот! Открывай, сука! Это акция тягерик! Кипятильник в жопу! Ну что, прокипятим тебя? Что ты делал с моей мамой? Я теперь твоя мама! Что? Что это за пятно? Что это за пятно? Это пятно пролитого чая! А сейчас будет от пролитой крови! Ну а теперь мы кладем это барахло в коробку из-под китайского утюга, а этой хлещем тебе по рылу! И, о чудо! Никаких пятен! Ну что, сравним с прокипяченной вещью? Чуешь разницу? Чуешь? Чую! Каким порошком ты теперь будешь стирать? Зубным! Каким? Зубным! Правильно, мать твою! Как долго я тебя лечил, а? Жаль, что мать не увидит. Ну что, вы все еще кипятите, а мы уже рубим. И скоро придем к вам.